Стихотворение «Тоска по родине» Марины Цветаевой. Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. Тоска по родине давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. По каким камням домой брести, с кошелкой базарный в дом, и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличие чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не чусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен. 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина. Краткий анализ стихотворения «Тоска по родине» Марины Цветаевой. В 1922 году Марина Цветаева с мужем эмигрировали в Чехию, где прожили много лет. Стихотворение «Тоска по родине» было написано как раз в эмиграции, дата его создания – 1934 год. Тема стихотворения – печаль от разлуки с родиной, осознание того, как тяжело жить вдали от нее. Композиция линейная, одночасная, с постепенно нарастающим напряжением. По своему жанру это лирическое стихотворение. Стихотворение написано четырехстопным ямбом. Что касается литературных приемов, то в стихотворении встречаются такие приемы, как эпитеты, разоблаченная морока, базарная кошелка, пленный лев, людская среда, камчатский медведь, зоркий сыщик и сравнение, как госпиталь или казарма, как бревно. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.